Всем привет, с вами снова я, и на этот раз меня просили, я наконец-то сделала. 90YNU, первый раз слышу об этом названии, если честно, но посмотрим, не знаю, как будет. Надеюсь, вам понравится, и мне понравится, надеюсь, мы поймем друг друга. Одно приготовление, как это обычно бывает. Вот. Фу. Ну что, начинаем. Раз. Нет, надо руки поменять, так удобнее. Раз, два, три, поехали. Не поехали, у меня заглючил компьютер, как обычно, это нормально. Так, сейчас, секунду. И вот, раз, два, три, поехали. Качество съемки не очень, поэтому и... ЗАКЮ! ЗИАЙКЮ! Его любимая привычка. Ого! ZIQ. Вау! О, ребята, это бомба, серьезно. Хочу туда. А, господи, как они это делают? Поменялись. Сюда, 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 сюда. Вау, вау. Что-то сюда. Блин, прикольный танец. Вот даже снялось, этот снялся, да, и он сам снял, вот, ну, блин. А, ну, хоть украинет. Блин, прикольная песня. И ребята вообще, конечно. Станцуйте еще раз, хочу танец. Танец, танец. Дайте мне танец. О, давай, давай. Yes! Я дождалась. Вот это правильно, я думала. Вот это. Сюда, 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 сюда. Попу покрутили. Руки, руки. Вау. Мне прямо нравится, блин.
идеальное выступление для таких идеальных мальчиков. Я прям довольна. Что-то говорили в конце, если честно, я не услышала, потому что качество съемки не больно-таки хорошее. Ну, блин, вот это вот движение, вот это вот они сделали, тазом покрутили. Да, не зло мне, но это круто, серьезно, действительно. Я, наверное, скоро свихнусь с этими 91, серьезно, у меня, потому что уже если крыша, у меня сейчас уже крыша едет от их новых песен, то что будет в будущем, я даже представить боюсь. Если вам понравилось... А я знаю, что вам понравилось. Блин, ребят, давайте не будем оставлять 91, давайте будем сюда с ними, чтобы они просто продвигались, чтобы они нас радовали дальше. Это будет на самом деле очень круто. Если вам понравилось, вы знаете, что делать, не буду больше это говорить. Вот, спасибо вам большое, что вы посоветовали мне эту песню, и мне понравилось. Спасибо, серьезно, спасибо. Я вас всех очень сильно люблю. Пока!